Всем привет, это прохождение The Witness, мы продолжаем, я продолжаю, точнее, идем дальше, и я понятия не имею, что тут делать. Давайте начнем, пожалуй, продолжим, скажем. Я не играл не знаю сколько, наверное, несколько дней, и забыл напрочь, что тут делать. Но тут сложно что забыть, потому что нажимать LKM и, в принципе, все. Это единственная задача наша. Ну и думать немного иногда. Вот здесь какая-то головоломка. Давайте посмотрим. Подожди, видимо, нужно заполнить. Хм. А что сделать-то, ёб твою? Непонятно. Так. Неужели надо заполнить все эти формы? Как-то я в это не верю, не может быть, это ж невозможно. Ну, согласитесь. Ну ладно, допустим, я не знаю, что делать. Здесь у нас что? Здесь у нас пусто. А, мы пропустили некоторые локации, по-моему. Сейчас надо к ним вернуться, здесь тоже пусто. И здесь пусто. Хм, странно. Странно. Так, что у нас тут? Подушки некие. И больше, в принципе, ни хрена нету. Ну ладно, возвращаемся. Надо думать. Может быть, не надо думать, может быть, надо просто тыкать. Давайте пойдем по этому проводу, посмотрим, куда у нас приведет. Приводит у нас вот сюда. Так, ну здесь вроде более все понятно. Надо сделать просто вот так. Здесь, ну, просто нужно заполнить все точки. И это легко. Пока что легко. Да, это не сложно. Хотя нет, смотрите, уже как-то сложновато. Может быть, нужно сделать вот так. Кстати, я смотрел немножечко, когда рендерил видео, посмотрел, как я там что делал, как я там играл. Иногда бывают такие некие тупости, которые я за собой замечал. Иногда очень все явно. Надо просто посмотреть взглядом со стороны. То есть, как будто это не ты играешь. Итак, сейчас мы сделаем вот так. Не, нифига. Сейчас подумаю. Может быть... Ай-яй-яй-яй-яй. Вот, наверное, вот здесь кроется разгадка. Или ни хрена. Вот дают, а. А, подожди, может быть, реально. Может быть, вот так. Потом. Блин, капец вообще. Потом. Да блин. Как? Чё за фигня? Вот засранцы-то. Сейчас, надо взгляд со стороны. Так. Ну а тут-то как? Вот это говно, как я не понимаю. Но ёптить, не доходит до меня что-то. Может быть здесь? Нет, здесь тоже никак. Вот тут, это да. Тут никак. Вот эту как-то нужно задеть, верхнюю. Верхнюю. Ща. Подожди, может быть здесь нужно вообще пройти как-нибудь? Не, никак. А, вот. Слушайте. Блин. И теперь здесь мешает. Ну как ж так-то? Да они издеваются, по-моему. Ребят, я не могу это пройти. Как? Это реально надо в прямом эфире играть. Эй, подожди. Так, стоп. Сейчас быстренько. Не надо долго тупить. Начинаем отсюда. И... Сейчас. Вверх. Пробуем. Никак. Может быть, здесь как-нибудь? Блях, мой, это бред какой-то вообще. Это просто капец. Капец такой, что прям вообще. Вот это вот, ну как? Я не понимаю, ни хрена. О, наверное, я туплю все-таки. Сейчас взгляд со стороны глянем, попробуем. Секунду. Так. Смотрим.
Так, может быть... Может быть, вот что-то в этом... Нет, опять нет. Блин, ну что так сложно-то, ё-моё. Ну наверняка, наверняка, знаете, наверняка что-то надо сделать такое масштабное. Может быть, вот так? Нет, опять. Может быть, как-нибудь здесь? Слушайте, а может... А, вот оно чё. Всё, запомните. Фу, ну ладно, нормально. Здесь, надеюсь, тоже будет что-то более легкое. Да, надо просто по-другому мыслить как-то, более масштабно. Масштабно. То есть раз. Нет, не пропускать. Нужно. Ща. Подожди. Вот отсюда начинать. Так. Может быть... Так. Нет, здесь уже никак. Вот это меня штука смущает, которая наверху точка. Дальше. Может быть, здесь? Нет, никак. Опять давайте взгляд со стороны. Сейчас посмотрю, как будто бы я не играю, я просто смотрю. Ага, сейчас. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, примерно есть понятие небольшое у меня. Вот так. Сюда, наверх, вниз. Потом, может быть... Вот, подожди. Да-да-да-да-да-да! Блин, ребята, я почти прошел, смотрите. Как бы это запомнить это, что я сейчас сделал. Да хрен запомнишь это. Я сделал вот так как-то. Да, вот это мешает. Может быть, сверху пойти теперь как-нибудь. Стоп, если я сделал, пошел вниз. То здесь надо идти вот сюда. Вот здесь. Так. Опять надо масштабно как-то мыслить. Ёптить. Это даже гораздо сложнее, чем я думал. Да! Я почти кончил. Ладно, на самом деле нет. На самом деле все гораздо сложнее. Долбанная фигня. Если бы... Может быть, если бы я, конечно, не записывал, я бы, может быть, и прошел. Так, вот это вот я пропустил тему. А, подожди, так тут все легко. Так, пошло питание. Фу, как я заморочился, не знаю даже. Мне кажется, я не знаю, лучше обрезать эти моменты, когда допетриваю, как вы думаете, или не обрезать. Так, ну здесь, в принципе, все понятно. Нужно... Да-да-да, все понятно. Начинаем отсюда. Стоп, подожди, не понял. А, понял. Или не понял. А! Ясно. Нужно, чтобы они пересеклись. Понятно. Сложно. Но может и нет. Может быть, вот нет, не получится. Нет, тоже... Нет, никак. Чё ж делать-то? Нужно как-то... Вот так. Чтобы желтая пересеклась с желтой. Может быть... Во-во-во-во-во. Вот эта тема. Вот она тема. Все, понял. Далее. Короче, надо просто желтый управлять, и все. Да, легко сказать. А может быть, действительно легко. Оп. Эй, почему? А, понял. Фигово. А, ребята, это как? Смотрите. Это как? Голубая в любом случае, если... Смотрите, голубая пересекает желтую, тогда желтая не пересекает голубую. Если желтая пересекает голубую, тогда... У голубой есть выход. А как же мне вот эту-то? Это как? Может быть, от... А, вот, можно их менять, все, ясно. Просто вы поняли, что произошло? Смотрите, когда я нажал здесь, то невозможно выйти вообще.
никакого движения нельзя сделать, потому что они друг другу мешают. Если желтый пересекает голубую, вот, а голубая пересекает желтую. Все ясно. Так, а сейчас-то все нормально там было. Да, надо просто вот так. Потом так. Не-не-не-не-не-не-не-не. Теперь ни хрена не пересекает все равно. Может быть, вот так. Да еб красоты. Может быть, как-нибудь так. Еще повыше. Во-во-во. А дальше ты че? Да блин, не все так просто. О! Подожди, а почему? Я же вроде все правильно сделал. А как я сейчас что-то... Я сейчас что-то правильное ведь сделал, нет? Я сейчас как-то... Сделал... Что сейчас сделал-то, не понял. Во-во-во-во-во-во-во. Вот эта тема. Все гораздо проще, гораздо проще. Очень все просто. Так, а это что такое за черные квадратики? А черный квадрат, что это такое? А чё, непонятный какой-то. А, может быть, он общий? Типа, ну... Понятно, общий. На все случаи жизни, короче. И желтый, и любая может его пересекать. Ну что же. Потихоньку двигаемся. Может быть... Оп. Нет, нет. Вниз. Оп. 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 Так. Ну-ка, давай. Ага. Отлично. Пошел ток. Куда только пошел, непонятно. Так. Все ясно. Мы включаем по очереди эти хреновины. Вот, теперь сюда. Блин, как же это все сложно. В смысле, долго. Ну все, сейчас быстренько подразомнусь. Я уже размялся почти. Смотрим, с какой стороны лучше. Тут еще надо смотреть, с какой стороны лучше подобраться к этим гребаным ячейкам. Чпонька. Нет, слишком все. Слишком замороченно я это сделал. Эх, ладно, начнем с этой сначала. Попробуем. Может быть, как-нибудь здесь получится. Обогнем. Так. Не, уже неправильно. Значит, начнем с этого. Наверное, я не знаю, может быть, и неправильно. Но мне кажется, что правильно. А чё она какая-то прозрачная? А, смотрите, я задел голубую, вот почему. Ну, не из-за этого, но просто я задел голубую, и поэтому нужно... Раз. Блин. Надо вверх. Может быть, сюда, сюда, сюда. Так, давай, 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 давай. А вот тут жопа. Капец, тут почти, ну почти, вот же ответ, вот он, но одну я не захватил. А как же сделать-то, чтобы... Вот одну из этих нужно как-то... А, может быть... Нет, нет, нет. Как-то нужно ее захватить. Почему этого не получилось? Наверное, вот из-за этого вот. Так, может быть, сюда, сюда. Нет, все равно не получится. Фигово, фигово. А может, вот... Нет, опять не получится. Вот так как-то. Блин. Собаки. Ну все, опять. Опять что-то легкое. Сейчас вот так сделаем. Ага. Может быть, вообще вот так как-нибудь. Но опять она наверху желтая. Эта хрень мешаться будет. Может, ее вообще через верх... Нет, через верх. Через верх жопошно как-то. Да полехмуха. Опять жопошно, да? Пробуем здесь. Пробуем, пробуем. Хрен там. По-моему, здесь еще тупее все. Хоп. Нет, она будет мешать. Нет, нет. Может быть, как-нибудь вот так? Нет, 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 вот так. Да блин, как тебя пройти, засранка ты? Змейка тупая. Может быть, здесь? Ни хрена, ни хрена, ни хрена.
Сейчас, это первое окошечко, я уже его не могу пройти. Ладно, сейчас думаем. Левый ползунок. Блин, ну и надо придумать все моменты вырезать. Пока я думаю, наверное. Ну, какие-нибудь самые долгие буду вырезать. Ну, прохождение-то буду показывать, но... Вырезать надо. Ладно, думаем так сейчас. Молчу, думаю. Тема такая. Берем две штуки. Потом вот... Все-таки я в начале, в самом, я сделал все верно. Просто немножечко затупил. То есть ответ был на поверхности. Нужно было сделать вот так. Отлично. Здесь. Здесь. Так, здесь надо, наверное, по желтой смотрим. Здесь по желтой смотреть надо. Так. Идем дальше. Кстати, я заметил, что с каждым разом, по-моему, вот эта желтая полоска становится более прозрачной. Не знаю. Так, что тут? А, подожди, вот отсюда еще можно начать. Может быть... Вот. Так, отлично. Тут куда поставить? А, тут же... Типа все легко. Ну, ни хрена не легко. А, нет, легко. Ну так. А тут вообще... А, тут вообще ее нет, понял. Тут она вообще невидима, эта хрень. Вот пипец. Конечно, хотелось бы другое слово сказать, но да ладно. Типа она... А, слушайте, а как она... А как она идет-то? Я даже ее не вижу. Подожди, она... По-моему... А, она, наверное, идет против нас. То есть она идет сейчас напротив нас. Теперь она идет вниз, она идет, эта полоска. Значит, нам нужно сделать так. Может быть... Где она? А, вот она тут. Блин, теперь она тут. Вот капец. Блин, ну ё-моё. Офигеть. Нет, она не задевается. То есть... Когда я иду вверх, то есть сюда. То есть вот сюда я иду с той стороны. То она идет вниз. Соответственно, мне нужно поднять как-то так. А, понял. Чтобы она пошла вот сюда. То есть нужно... Блин, что я сделал? Типа... Опа, отлично. Блин, ее вообще не видно, этой полоски. Ну и где она? Так, а здесь мне нужно пройти вот... Вот этот путь. Как-то задеть... Так, сейчас подумаю, она вот здесь у нас. Сейчас она, по-моему, заделась. Или нет, она не заделась еще. Она вот тут заденется. Да, вот тут мы пересекаемся с ней. Значит, надо... Даже не знаю. Она должна пройти вот так. В любом случае. То есть, либо как-нибудь вот так, не знаю. Вот так, нет, она так не пойдет, наверное. Да, так она не пойдет. Все, она должна пройти вот здесь, желтая, это, и выйти сюда. То есть, в любом случае, мне нужно сначала пройти так, потом так. Во. Во, наверное, да, круто. Ну что, скриньте, ребят, кто проходит. Офигеть, а тут вообще только желтая. И как это понимать? А, понял, надо... Сейчас мы путь сделаем для желтой. Типа того. Нет, не типа того, нифига не типа того. Значит, как-то вот так, да? Да, должно получиться, смотрите-ка. Что мы делаем сейчас, быстренько на глаз припомним. Типа вот того. Во, ништяк, нифига я крутой. Так, куда-то на дерево поднялось. Поднимаемся за ней. За этой... А, она включила нам вот эту. Вот, она открылась, ништячок. Блин, ну задала жару, конечно. Ах ты, блин. Вот дали. А вот там-то что? А, смотрите, я, наверное... Там еще бункер какой-то есть. Я дал питание, и эта дверь открылась. Все, я понял. Но все равно там сзади... Ёлки ты, какие это еще такое? Сейчас что-то должно произойти. Интрига. Ну, здесь, надеюсь, все будет легко.
легко. Пока что легко. Пока что легко. Более контрастная, как мы видим. Полосочка. Та-та-та-та-та. Вот эта жопа уже начинается. Хотя, какая жопа? Нормально, чего, смотрите-ка. Хопа. Нормально. Здорово, я бы хотел сказать. Здорово, я хочу сказать. Тха. А, не, не тха. Тоже нормально. Стоп, а что произошло? А, теперь здесь, наверное, да? Ой. Блин, а что тут делать-то? А, слушайте, она чё... она чё, симметрична, что ли? Ёпарасоте. Слушайте, она, походу, реально идентична. А как с какой стороны мы начинаем? Мы начинаем с краю, то есть... Сейчас примерно нарисую. Так, значит... ну как, легко. Вверх, вправо, вниз, вправо, вверх, влево. Ё-моё, ещё раз. Вверх, вправо, вниз, вправо. Ну, там уже, наверное, пойдет дело. Короче, вверх, вправо, только тут влево, а тут... О, бля, я не знаю. Может быть, может так? Собака, я не помню. Цифра 2 наверху получается. Блин, у меня не очень с памятью, наверное. Я не смогу это без скриншота сделать. Так, надо подумать, как бы себе это обозначить. Ну, сложно мне, для меня это сложно. До конца впиваем. То есть, рисуем. Или оно вообще не... Да, это симметрично. Значит, сейчас, извините. Вверх, потом вниз, потом до конца. А, ну, примерно понятно. Да, примерно понятно. Короче, потом до конца, потом вот сюда. Во, круто. Дальше сложно... А, нет, дальше не очень сложно. Ну относительно. Я не... Оно точь-в-точь повторяет? Да, это типа зеркального отражения. Мне кажется. Желто-голубое тут все. Далее, смотрим. Вправо, вниз, потом наверх. Здесь типа сюда вниз, под... А как я наверх-то сделаю? Подожди. А, до максимума, все понял. Вправо вот так, до вверх. Чё? Офигеть. А что произошло? Вот жопа. А чё она погасла-то? Не понял. И чё, всё, просрал? Всю игру заново? Может здесь заново начать просто? А, вот оно чё. Фу, блин, я аж испугался. Ещё раз. Те две похожие. Ладно, так, значит, повнимательней. Крюк нужно сделать. А, понял. Типа вот... Сейчас, подожди. Вниз, ага. Вниз, да. А, раз. Сейчас, куда? Раз, вот так. Потом вот сюда и вот так. Круто. Теперь, значит, вправо, вниз. Потом вверх, потом вниз. Блин, зашибись. Когда поворачиваешь сюда, все напрочь забываешь. Короче, точка взята справа. Угу, сейчас посмотрю. Потом на максимум вверх. И потом, ну, примерно вроде понятно. А, забыл, собаки. А, нет, все, вспомнил. Так, по-моему, вот типа... Нет, что-то не... А, смотрите, он мигает, нет? Не-не-не. Блин, я боюсь, сейчас она же собьется. Нет, она там вверх куда-то идет. Слушайте, это не похоже. Если. Смотрите, здесь концовка вверх, вверху конец, видите? А тут внизу конец получается. Это как так-то? Что-то я не понимаю. Если там концовка, конец этой игре, можно сказать, вверху. Так ведь? То почему здесь внизу? Вот он, вот этот конец. Но там он вверху. Хм.
Что бы это значило? Может быть, типа... Может быть, типа вот... Там... Подожди, там вот так как-то. Блях ты мух... Ну а как? Там внизу конец. Наверху точнее. Я не понимаю. Не, реально не понимаю.